Всем привет, меня Александр Сачков. В данном видеоролике сегодня я вам покажу вообще, как мы будем играть сегодня в GTA San Andreas в обновление, точнее, это миссии из простого Doom, которым мы сегодня будем играть. Итак, это первая миссия, она была скачана с сайта, ладно, не буду рекламировать сайт, но ладно, все равно в описании будет эта ссылка. Итак, начинаем. Мы играем за какого-то... Я даже не знаю, за кого... За какого-то... Извиняюсь, звука нету. Это дело, наверное, или в настройках, или нет. Так. В общем, смотрите. Первое то, что я здесь заметил, когда первый раз проходил, это значит, здесь женщина есть. Девушка какая-то. Здесь она с пистолетом, заметьте, она с пистолетом здесь что-то пытается сделать. Я в нее вцелиться не буду, потому что... Ну, хрен знает, что она сделает. Может, она злая и вообще меня, ну, начнет стрелять меня, так что нет. Ладно. Второе то, что я заметил здесь, это охрана. И третье, это мужик, который стоит там. Возможно, это охрана этого мужика. Но, ребята, это не точно. Мы это еще проверим. В тачку мы не можем зайти, потому что если мы войдем, сразу охрана начнет в меня стрелять. И я этого не хочу. Бежим сюда. Странно, здесь нет машины, она здесь раньше была. Здесь разговаривают еще охранники. Кстати, вот она машина, вот она машина, вот она машина. Так, и еще то, что я заметил, это здесь такая же машина, и здесь стоят еще, разговаривают еще одни охранники, два охранника, то есть всего 6 охранников и один какой-то не пойми какой мужик, который стоит на балконе там. Ладно. В этой миссии мы можем сесть в свою машину. Вот это наша машина, она таким розовым отмечена. Ну, чтобы не потеряться, там, я не знаю, называется она Сабля. И давайте мы на ней поездим, попробуем, получится ли у нас вообще пройти эту миссию или нет. Так, ладно, пока что так. Давайте уберем пистолет, потому что все-таки с пистолетом как-то идти нельзя. Кстати, ребят, пока я проходил эту миссию, я взял броню, и она не исчезла. Это как-то странно, ну ладно. Бежим. Так, бежим сюда. Так. В общем, мы просто бежим. Ну давай же. Вот. Добегаем мы, значит, до вот этого вот места. Здесь, значит, что мы должны сделать, это идти сюда. Вот. Мы видим тут нашего какого-то парня, который стоит там. Проходим здесь. Идем сюда. И забегаем здесь по лестнице. И вот теперь самое главное. Как попасть туда? Берете и запрыгиваете вот сюда. Только так. Все, прыгайте сюда и заходите сюда. Вот наш стоит друг. Так, я готов, наверное. Так, заходим на миссию. Он начинает там что-то идти. Убить кого-то. Смотрим сюда, за нами уже идут парни. Не дадим нашему персонажу, чтобы его убили. Точнее, не нашего персонажа, а чтобы нашего, как можно его назвать, наверное, тиммейтом, чтобы его не убили. Так, за нами уже, так сказать, выехали. Вот наши бандиты, то есть мы просто должны защищать его от бандитов. Меня сейчас будут избивать, и я не знаю, что с этим делать. Так, давай же. Да, самого вот этого главного надо убить. Так. А наш вообще будет... А, он что-то там пытается сделать и никак не пробежит. Так. Так. Так, давай же. Так, ну, так вот. И вот этого тоже избиваем. Так, ты чё встал-то, блин? Опа, все. Там кто-то еще должен остаться, потому что это... А, пятеро, еще один. Ой, два. Они что-то сами с собой, что ли, уже? А, нет, они этого все-таки. Видите, он как-то пытается выйти и не знает, как выйти. Мы его сейчас спустим. Потому что он должен выходить нам все-таки помогать как-то. У него ведь тоже в руках бита, и он должен все-таки выйти как-то.
Сзади. Да блин. Нифига они меня убивают тут, блин. А. Так. Так, давай же. Так. И убиваем его. Давай. Так, все. Убил я его. Так. Теперь бежим сюда обратно. И делаем так, чтобы наш друг вышел. Видите? Он здесь. Иди за мной. Не знаю, он что-то не идет. Хотя он должен идти. Не знаю. Может, так и должно быть. Он же может идти за нами, но он что-то не идет. Это реально как-то странно. Ладно. Побежали, в общем. Посмотрим, что будет дальше. По сценарию. Так, он у нас остался там. Он за нами не побежал. Бежим, бежим. У нас выносливость появилась. Бежим, бежим. Не знаю, почему здесь я бегу. Так, ну, машину я не буду брать, потому что тогда пропадет у нас такая штука, как называется... Короче, охрана наша, вот эта вот там, где в черных костюмах парни, это как бы наша охрана, и мы ей можем пользоваться. Пока я не знаю, как ей пользоваться, чтобы они за мной ходили, но они стоят, и давайте проверим, что же будет дальше. Так, мы пришли сюда. Давайте здесь гейм перепрыгну, машина моя там стоит. Так что это ладно. Так, идем сюда. И идем сюда. Вот. Так. Мы разговариваем по телефону, можно тут походить, постоять, вот так вот просто походить, посмотреть, что будет. Так, опять убить кого-то написано. Так, здесь у нас стоят, и вот мы видим, кто-то выбежал. И в кого-то там вроде начали стрелять, смотрите. Охренеть, что происходит, вы смотрите, они их закидали, охранников. И кто-то там у них загорелся, трое сразу, охренеть. Но они убили охранников, это охрененно, конечно. Так, как бы в огонь-то не попасть. Так, ладно. Это-то я могу взять? Да, это я могу взять. В общем, смотрите. Охрана нам помогла, но их самих убили, закидали. Вот этими коктейлями Молотова. У меня 12 штук осталось от них. Ну, ладно. Тут должен быть еще один, думаю. Так, нет его, я не знаю. А как так? Почему я загорелся-то, я не понял. А, вот они, двое. Они прям вместе. Так. А те вообще не отреагировали. Вот смотрите. Они так и там. Ну, так там и стоят, смотрите. Значит, сюжет этой миссии в том, то, что мы как бы помогаем нашему другу отбиться от банды. И, в общем, он потом нам звонит и говорит: типа, за тобой выехали к тебе к дому с молотовыми. И, в общем, как-то так. Вот эти вот вообще не отреагировали. Смотрите, они так и болтают. Ему пофиг вообще. То, что там тех подожгли. Как-то вообще похрен. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи. И всем, конечно же, вам, ребята. Вот. Ну, в общем, пока!